Перші учасники, які з'являться на цій сцені, ви з ними знайомі по проекту «Ліга сміху». Це Твердохліб Ірина і Твердохліб Денис. Всім привіт, 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 привіт. Привіт, ребятушки. Привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Як настрій? Скучали очень сильно. Дело в том, что у нас сегодня с вами всеми 10-я годовщина. Ого, да. Ничего себе. 10-я годовщина похода на «Рассмеши комика». Мы в сумме были 9 раз. Вот, с разными партнерами, правда, но сегодня... Подожди, все в житті бывает. Да. Это уже совсем інша передача про різних партнерів. Ігоре, давай, что там? Так, Денис, Ирина, вы готовы? Да. Ці оплески на вашу адресу. Спасибо. Перша хвилина – 1000 гривень. Мы женатики Ира и Денис. Мы в браке уже 7 лет. С 2 сентября 2012 года. Вместе 12 лет. С 14 декабря 2007 года. Эти даты Денис учил 3 года. С 12 ноября 2014 по 10 октября 2017. Вы спросите, как он их так легко запомнил? На вас бы я посмотрел, если бы у вас не было секса с 12 ноября 2014 по 10 октября 2017. Просто дуже знакома ситуація. Полтавчанин. Ірина, Денис, посмішка Юрчика принесла вам 1000 гривень. Ми продовжуємо? Да. Друга хвилина – 5000 гривень. Знакомство в клубе. У-ху! Привет! Привет! Как дела? Нормально! Слушай, ты такая девушка прикольная. Спасибо, я знаю. Прям яркая вообще. Спасибо. И кофточка у тебя такая классная. Между прочим, под кофточкой ничего нету. Ну не переживай, вырастут еще. Все нормально, что ты, все хорошо. Свидание гламурной киевской пары. Привет, бейба! Как ты смотришь на то, чтобы этот вечер Friday разукрасить немножечко просека и отправиться тусить в клуб? О, Таизи, вообще, давай, снимай лофер и проходи тапочки в коридоре. Коридоре? Дениска, пробочь мне, ну я должна была тебе признаться, что я из Василькова. Треш было раньше сказать, как все вы делятся, я лёгом с тобой приду, Ні, додали. Молодці. Я нагадаю, що у вас вже 5000 гривень. І ми наближаємось до 10000 гривень. Третя хвилина, якщо ви готові. Спасибо. Починаємо. Поїхали. Когда девушке нравится парень, по ней это ну очень видно. Привет. Опа, тебе тут ниточка. Слушай, мы тут с подружкой недавно на танцы записались. Такое классное движение выучили. Оп. Короче, ни у кого не получается. У меня одной только получается. Ты знаешь, у меня тут в Киеве девушка. А у меня квартира. Пьяный муж приходит домой. Жена, открой. Ира, открой! Открой, Теорю! Ну. Ира, открой! Ой. Спасибо, да. Сегодня не жди, пожалуйста. Да. Просто знакомая ситуация, понимаешь? Е десятка и ці оплески на вашу адресу. Спасибо. Молодцы, круто. Продолжаем. Четверта хвилина. 20000 гривень. Вы готовы? Семейный совет. Ага. Сейчас, секунду. Да. Готовы? Да. Супер. 20000 гривень на кону. Поехали. Случилось невозможное. Жена не смогла вынести мозг своему мужу. Ну завтра. Что завтра? Ну, не получилось. Ну, бывает, Ирочка. Ты перенервничала. Ну, может быть, устала. Я не знаю. Ну, все нормально, Ир. А знаешь, почему я устал?
Потому что в нашей паре только один человек работает над отношениями. Это явно не ты. Mm-mm. Ир, завтра. Сегодня нет, завтра. Сегодня нет вообще никак. Муж возвращается с командировки. Здрасте. Как кажешь, ты пораньше. А у меня уже все готово, я уже в квартире убралась, ужин приготовила. Там в холодильничке холодненький пивасик. Можете в футбол со своими мужиками смотреть сколько угодно. В чем подвох? Ни в чем. То есть я могу смотреть футбол и пить пиво с мужиками, да? Ну, конечно. Мужики, одевайтесь, идите с мужем футбол смотреть. Ия, витаю. Мы готовы, да. Поїхали. Да. П'ята хвилина, 50 тисяч гривень. Поїхали. В каждой семье была такая ситуация. О, телефончик сюда. С кем мы переписываемся, новый номерочек? Виктор Петрович. Виктор Петрович, это кто? Начальник. О, как оригинально. Сейчас мы позвоним твоей этой, Виктор Петрович, начальник. Давай, звони. И звони. Давай, да. звони. Угу. Алло? Алло, да. Виктор Петрович? Да. Начальник Дениса? Ну да. Ой, хорошего вечера. Извините, до свидания. Извините, до свидания. Хорошего вечера. Я на кухню. Давай. Алло, Мариночка, как я обожаю твой нежный баритон. Слушай, ну вообще, да. Влюбленная пара смотрит на небо до секса. Он, смотри, это он созвездие любви, Ирочка. Вот это созвездие счастья. А он видит две маленькие звездочки. Это Ирочка и Денисик. Класс. Теперь после секса. Деня, расскажи мне еще про звезды. Ковш. Мы не успели. Дякуємо, друже, дякуємо. Ребятки, ви дуже великі молодці. У вас 20 тисяч, вони з вами зберігаються. І це тільки початок, тому що попереду команди є дуже багато. Ірочка, молодці. Денис, дякую вам. Ви дякую нічого вам. Не програли. Ми заробили 20 тисяч гривень. Любі!